Молодость – период формирования устойчивой системы ценностей. Победы и достижения молодых казахстанцев – результат упорного труда, стремления к мечте и всесторонней поддержки. Молодежь – двигатель общественного прогресса, гарантия светлого будущего. Ну а будущее начинается сегодня. Указом президента Республики Казахстан 2019 год объявлен «Годом молодежи». 23 января в павильоне «Нур-Алем» лучшие представители поколения независимости раскроют свой секрет успеха. Год молодежи. Год новых возможностей. Год нового стимула для развития.